пришел в чужую церковь со своим уставом. Приезжий стал фигурантом уголовного дела после того, как затушил все свечи в православном храме на юго-западе Москвы. На кадрах видно, как иностранец, 20-летний Оскар Бутаев, с ковриком для намаза в руках, тушит одну свечу за другой. Очевидцы говорят, что парень также толкнул одну из прихожанок, которая пыталась его остановить. За оскорбление религиозных чувств Бутаев может получить реальный срок.